Приветствую вас, друзья. Сегодня мы продолжаем изучать арабский вот вместе с Машей. Маша мне помогает изучать арабский и сама изучает. Мы уже, вот, смотрите, сколько уроков прошли. А сколько прошли-то? Много уроков прошли. Я не люблю считать. Ну, это где-то третий большой урок. Большом уроке много маленьких. Баб. Где у нас баб? Баб. Длинница стрекоточится. Баб. Баб. Давай. Давай. Маша у нас самостоятельно нажимает всегда. Что? Я даже не слышала. Жуб. Я все сейчас буду решать самостоятельно. Да, здорово. Надо два раза нажать. Так. Жежеж. Что? Жежеж. Там три одинаковые буквы. Жежеж. Вот это, кажется. Ну, только буквы не Б, а Жим. Жежеж. О, поняла. Жежеж. Помнишь, мы рисовали букву Ж из этой буквы? Я сама. Жим. Ж. Жежеж. Бэб. Коротко. Я уже давно поняла, что молодец. Коротко. Два раза нажать, чтобы он тебя понял. Нет, я имею в виду согласиться. Enter надо два раза нажать. Большая кнопочка. Enter. Можно так. Я сама. Ты прочитай, что там написано. Да? Что наверху написано? Дуже. Ну, это буква Б. Буж. Я правильно. Давай. Ну, он тебя ждет, когда ты подтвердишь еще раз. Мне показалось, что жеж. Жеж. Такая буква Ж с точкой. Жеж. Жебаш. О! Видишь, у нас... Вот! Да! Вяжем вместе. Жеж. Смотри, уже сколько прошли. А давай все уровни пройдем. Ну, если хватит времени, давай. Жеж. Еще надо подтвердить. Он тебя еще не понял. Ты что, не понял меня? Ладно, я себя сейчас тыкну и все поймешь. Стоп, а это голосовое. А. Буж, а подожди. Ну это я случайно. Мы-то это слышим, а подписчики не слышат. Так что отвлекаемся. Буж, надо найти буж. Буш, ладно. Буш. Сейчас. А это надо убрать, как? Так ты нажмешь буш и уберется. Буш. Буш. Теперь надо наоборот жуб. Бабаб. Жуб. Жуб. Вешь в середине у. Первое ж. Жабаж. Жебеж. Жебеж. Я слышу. Молодец. Прекрасно, Андрей. Хватит мне подсказывать. Хорошо. Не люблю, когда подсказывают. Хорошо, давай. Нажимай два раза. Ну, вот здесь можешь. Первая буква Ж, вторая Б,
а третье слово жим. Вот это жебеж. Кажется. Да, жебеж. Жебеж. Жежеж. Что? Жежеж. А здесь не подсказывать. Хорошо, все. Внимал мои жемея. Послушай внимательно. Еще раз. Жежеж. Угу. Вот сейчас Маша быстро отгадает. Жеж. Что? Жеж. Жеж, да? Угу. Ой, а что я у тебя спросила? Не подсказывать. Угу. Я подсказывать. Там у нас первая буква жим. Бебе. Да, второй жим. Не подсказывать. Угу. Я говорю, не подсказывать. Что такого? Бебеб. А, бебеб. Да, там ты буква Б. Не подсказывать. Сама разберусь. Хорошо. Ой. А что? А, я же толком-то не выполнила. Ладно. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. О, хочу на последнюю Жу. Нажать. Ж. А жут? Ладно, сейчас. Жуб, только Б на конце. Не подсказывать. Бэб. Тогда сама Ой. Себя исправляй. Если не будешь исправлять, я буду подсказывать. Я буду сама себя исправлять, только Жабеж. Не подсказывать. Круто! Жейд. Хорошо. Здорово. Отлично. Бебеб. 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 Буж. Буж. Бэб. Жежеж. Жеж. Круто! Маша справилась с заданием. Это надо нажать. Вот так мы... Проходим. Давай еще. Да, еще. Еще, еще, еще. Вот так вот мы проходим.